В Якутии прекратят расширять площади особо охраняемых природных территорий и займутся их качественным содержанием. Об этом сообщил министр охраны природы региона Сахамин Афанасьев. По его словам, в год экологии достигнуто оптимальное соотношение обычных и особо охраняемых территорий. В текущем году завершили работу по достижению площади в 1 145 тысяч квадратных километров. Это чуть меньше 40% от общей площади региона. В связи с этим определены новые задачи, которые повысят качество управления такими территориями. Понизить негативное воздействие на окружающую хозяйство. 1/3 земель Республики Саха-Якутия имеет статус особо охраняемых природных территорий. И последующие годы стоит перед нами, перед экологами, задача перейти к качественному управлению этими территориями. Это, то есть, мы должны иметь достаточное количество инспекторского состава, повышать требования к инспекторам, проводить определенные мероприятия на территориях особо охраняемых территорий, противопожарные мероприятия, лесовосстановительные мероприятия, чтобы соблюдались правила охоты, рыболовства на этих территориях,